Движение уэльских пони просто одни из самых лучших, не только среди пони, но и среди больших лошадей. Так как в селекции этой породы присутствовала арабская лошадь, на которую они очень похожи. Поэтому и уэльские, движение уэльских пони просто, к сожалению, на новом месте немножко волнуется наша замечательная Глория. Практически лошадь из сказки. Спасибо большое, Глория. И у нас остались две номинации, в которых нам нужна помощь зрителей, поскольку это приз зрительских симпатий. И мы хотим отметить лучшего хендлера.